очень простое и вкусное блюдо. Пересолил. Неоднозначную реакцию в определенных кругах вызвал ролик, в котором нижегородский боец Евгений Воронцов по прозвищу «Секс-машин» обратился к своему сопернику из Краснодара Данилу Виннику. Эти спортсмены встретятся 29 октября, и в той схватке нижегородец выступит в качестве действующего чемпиона России среди профессионалов по К1. Но болельщикам Винника до сих пор не дает покоя, по их мнению, незаслуженное поражение краснодарца от Евгения Воронцова. Собственно, именно чтобы доказать реальное превосходство нашего бойца не на словах, а на деле, тренеры и сам Евгений согласились на реванш. Небольшая подводка к бою. Он очень интересен местной публике, потому что мы с Женей очень разработали такую кампанию по трэш-токингу, так называемому, то есть когда спортсмен снимает видео, делает обращение к своему сопернику. Причем, как бы, на мой взгляд, такое обращение сделано очень качественно, очень хорошего уровня, потому что мы никак не позволили себе его оскорбить или какие-то оскорбительные вещи, там, обзывания. Просто было снято в виде шутки, в виде подкола. Шутку Данила Винник не оценил, но в видеоформате отвечать не стал, а ограничился текстовым комментарием. Цитировать не будем, хотя бы потому, что там есть реальное оскорбление в адрес Воронцова. Сам же Евгений отнесся к этому спокойно и в подобной мере парировать не стал, ведь трэш-токинг – это всего лишь способ привлечения внимания и некоторое давление на соперника. Но ведь главное – это, конечно же, сам бой. Наконец-то хочется расставить все точки над «и» и над теми буквами алфавита, над которыми они есть. И чтобы ни у кого не было уже вопросов, и доказать, что такие победы не случайные, что когда в ринге работают два профессионала, просто случайностям нет места. Все решится 29 октября в Краснодаре. И, кстати, еще есть время для пары шуток от нижегородского бойца. Уж очень забавной получается реакция соперника. Григорий Ажигин, Василий Низов, «Объективно», «Спорт», НТВ.